очередная кормушка из разряда. Я его слепила из того, что было. Такая из кразиса и ПВХ пластика. Сделал закуп очередной в магазине. Купил новый тортик. Сейчас придем домой и попробуем. Тортик медовик оказался на вкус просто супер. Вот решил попробовать другой. Шедевр от Симона. От Симоны Сластены. Здесь у нас пирожное Наполеон. Жиры 12. Белков больше, чем в прошлом. И углеводов не помню. 370 килокалорий. Кстати, 370 килокалорий это, по-моему, меньше. Да, там было 380, по-моему. Ну, не суть. Итак, это у нас Наполеон. Наполеон у нас тоже имеет срок хранения 2 месяца. И будем вскрывать. О! Тут тоже есть подкладка специальная, чтобы пирожное не мялось. То есть вы, по идее, его даже можете, как и я, не опасаясь носить в сумке. Ну, в смысле, не опасаясь, ой, тарелочка. Не опасаясь, что вы его повредите, его можно носить в рюкзаке. Итак, здесь у нас подкладка. Ну, крошек меньше, чем в прошлом. Так, проверяем. Он пропитанный Наполеон. Коржи суховатые. Не очень-то это для Наполеона, чтобы сухие коржи были. Но, тем не менее, попробуем. Ну, такое. Я бы даже сказал, что не сильно он и суховат, но и не сильно пропитан. Может быть, через месяцок было бы самое то. Ну, хотя, да, Наполеон. Не особо я люблю Наполеон. Мне бы, конечно, хотелось попробовать. Вот медовик я пробовал. Десерт. Медово-шоколадный. Ну, когда-нибудь, я думаю, я на него попаду. Всегда рады выслушать вас. И номер телефона. 812, интересно, что это за оператор такой. Но, тем не менее, те, которые любят Наполеон, им стоит взять. Тут получается 185 килокалорий в этом тортике. Как перекусить самое? Тортик Наполеон вкусный, но медовик мне понравился больше. Если будете брать, берите лучший медовик. Всем пока, подписываемся на канал, ставим лайки, не забываем оставлять свои комментарии. Удачи!